Ну, а сейчас с огромным удовольствием я приглашаю на эту сцену крупнейшего барда современности, нашего земляка, ныне москвича, но он всегда говорит, что я москвич, а в душе я казанский бард. Итак, Леонид Сергеев на сцене казанского уникса. Спасибо огромное, что вы сегодня здесь. Спасибо огромное буянам, Айше, Кипру, Турции. Я понял, что попасть в свой родной любимый город иногда приходится ездить и на Кипр, и в Турцию. Поскольку я уже так слегка рецидивист, и грудь моя широкая отмечена медалями и орденами этих фестивалей. Но вы знаете, всегда очень сложно и очень, не знаю, страшно выступать в родном городе, когда сидят родные лица. Вот. Но я сейчас хочу вспомнить песню, которая обрела совершенно неожиданно второе, если не третье, если не пятое, не десятое дыхание в Турции. Песня, которой в этом году исполнилось 25 лет со дня ее написания. И когда я писал, я только представлял еще в советские времена, я как-то попал на южный берег нашей тогда еще необъятной страны, и мне сказали, что в хорошую погоду видно Турцию. И я просто смотрел, просто вот так вот, да, высматривал все глаза, Турцию так не было видно, хотя погода была очень хорошая, но тем не менее, когда в этом году в Турции я ее спел, то все сразу увидели родной берег. Песня от лица естественного персонажа. Однажды я и кореш мой Серега, как водится, нахрюкались немного, и чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Не надо подсказывать, да. Подходим к морю, широглазь вдали. Серега взял в трусы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, обортивший совсем, в секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега брасом, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. А гады контры с берега глядять, и нас с Серегой в плен забрать хотят. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер сволочь дул из шохлишей. Серега сразу вспомнил этот них чертей. Но мы от них ушли по дну с песнями, да разве ж им сравниться гадом с нами. Но тут возник сугубо личный спор, что это, Дарданеллы или Босфор. Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче панный. Все носят полотенц на башке, Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов, я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык Казань швейторг. Вдруг пилит к нам мадаму Паранже, она в неловко, вроде в неглиже. Серега сразу Метхен вроде Шон, но тут ее папаш подошел. Он нам кричал обидные слова, но это мы не поняли сперва. Когда до нас дошло, что смысл суров, Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволила расти, а я стоял, считал до девяти. При счете три мужик едва вздохнул, при счете восемь ноги протянул, при счете девять их пришел Мильтон. И мы с Серегой ломанулись вон. Мы плыли, ветер выл у нас в трусах, за нами катер нался два часа. Но нас они не взяли на испуг, в здоровом теле ведь здоровый дух.
Мы дома, как приятно, черт возьми, что мы успели серым до семи. Те, кто родились уже после написания этой песни, после 78 года, не знают, что было время всеобщей борьбы со всеми нами, когда спиртные и горячительные напитки продавали только до 7. Потом, уступая настойчивым требованиям оставшейся в живых части трудящихся, стали продавать до 8. Ну, а потом, когда никого не осталось в живых, стали продавать уже, как сейчас, круглосуточно. Да. Ну, вот такая еще одна казанская песня. Когда я стану стариком, к друзьям приеду вечерком, к таким же старикам, отбросив в сторону клюку, скажу, налейте старику, я вновь вернулся к вам. И мы немного посидим, в глаза друг другу поглядим, и первый час пройдет, потом немножечко нальем, потом тихонечко споем, и первый день пройдет. Мы будем спорить и кричать, ругаться и перебивать, как много лет назад. Мы вспомним тех, кто не пришел, кем нам было хорошо, и годы пролетят, и пронесутся день за днем, мы всех ушедших подождем, и встанем на крыло, он будет полным этот клин, где каждый в сумерках один, а вместе всем светло, и то, что было не с руки, и то, что все мы старики, растает словно дым, и пролетая зимний лес, помашем крыльями с небес таким же молодым. И пролетая зимний лес, помашем крыльями с небес таким же молодым. Когда я стану стариком. Ну и песня «Судьба такая кочевая», практически псевдо-цыганская песня. Две последние строчки, в которой всегда является искренним пожеланием или тостом. Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. А если б сигареточку возродить из пепла, то-то было б радости для хмельной души. А если б из осколочков подсобрать рюмашку, да отжать со скатерти, что разлил козел. А если б из Степановны сотворить Наташку, это было бы лучшее из житейских зол. А может, белым облаком улететь в пейзажи, полосатым окунем задробить малика, или ранним утречком встать перед лепажем, и слегка быть раненым, но только лишь слегка. Голова коробочка наглухо закрыта, а изнутри вселенная.
пьяная давит на виски. Потеряли пробочку и душой согрета плачет пиво пенное, тает от тоски. А выключили лампочку, так хоть зажгите свечи. Озверела бабочка, сейчас начнет бомбить. Успокойтесь, граждане, только время лечит. Так давайте ж, граждане, будем долго жить. Успокойтесь, граждане, только время лечит. Так давайте ж, граждане, будем долго жить. Ну и такой краткий отчет, что произошло с того времени, как Буян покинул Турцию. Причем, я так понял, знаете, исходя из последних политических событий, что лучше ездить в Турцию в то время, когда проходит фестиваль Буянуса, потому что там никаких противоправных действий, все сидят и слушают песни. А за это время появилась вот такая новая песня, последняя на сегодняшний день, имеющаяся в репертуаре меня. Потому что очутился в своем родном городе, мысли все о том же. Вообще я счастлив. Когда я стану стариком, к друзьям приеду вечерком, к таким же старикам, отбросив в сторону клюку, скажу: налейте старику. Я вновь вернулся к вам, и мы немного посидим, в глаза друг другу поглядим, и первый час пройдет, потом немножечко нальем,
потом тихонечко споем, и первый день пройдет. Это все о нем. Я даже особо говорить-то ничего не буду, потому что на сцену выходит крупнейший бард современности Леонид Сергеев. Иногда еще добрые люди говорят, ну полный бард вы. Да, не дотянул я до рецидивиста. Нет, рецидивист дотянул, до злостного не дотянул, да? Ну вот песня, которую можно посвящать прошедшему фестивалю и новому фестивалю, прошедшему году и новому году, не знаю, там, прошедшей жизни, новой жизни, чему угодно. Так. Вот и старый проводили, вот и новый наступил. На любимую мозоль, да так что просто нету сил. Разрывается на части телевизор не цветной. Тот, кто выпил, будет счастлив, тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив, кто не выпил, тот больной. Бо больной, а бо подлюка, потому как жизнь одна. Это такая, братцы, штука, хошь не хошь, а пьешь до дна. Кто зальет ее шампанским, а кто кровушкой своей. Заводи мотивчик шпанский, заводи мотивчик шпанский. Заводи мотивчик шпанский, сердцу будет веселей. Теле-еле телевизор, теле-еле говорит. Тянут еле лапы к низу, новогодний шар залит. Спит под елкой ежик бритый, видит радостные сны. А со старым все мы квиты, а со старым все мы квиты. А со старым все мы квиты, перед новым все равны. Вот и старый проводили, вот и новый наступил. Вот, ну и песня, знаменующая собой состояние человека, которое будет наверняка знакомо практически всем участникам слета, начиная уже практически с завтрашнего утра, с сегодняшнего. То есть это когда, знаете, каждый пролетающий комар – сволочь, который сотрясает не только воздух, но и тонкую пленку головного мозга, оставшуюся после вчерашней ночи поэзии. Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. А если б сигареточку сотворить из пепла, то-то было бы радости для хмельной души. А если б из осколочков подсобрать рюмашку, да отжать со скатерти, что разлил козел. А если б из Степановны сотворить Наташку, это было бы лучшее из житейских зол. А может, белым облаком улететь в пейзажи, полосатым окунем задробить малька, или ранним утречком встать перед лепажем и слегка быть раненым, но только лишь слегка. Наглухо закрыта, а изнутри вселенная давит на виски. Потеряли пробочку и душой согрета, плачет пиво пенное, тает от тоски. Выключили лампочку, зажгите свечи, озверела бабочка, сейчас начнет бомбить. Успокойтесь, граждане,
только время лечит. Так давайте ж, граждане, будем долго жить. Успокойтесь, граждане, только время лечит. Так давайте ж, граждане, будем долго жить. А сейчас на сцену выйдет еще один зубр, и вместе с ним зубровка. Зубровка — это аккомпаниатор постоянный. А, там все переигралось, там все по-другому. Хорошо. Без зубровки выходит Леонид Сергеев. Сидя, стоя. Хотел сказать, зубровка во мне, но покривил бы против истины. Все еще впереди. Вот так, конечно, да. Добрый вечер. Стоял, думал, как же все это вот связать. Турция, да, море. Казань родная, ощущения, мечты, радости. И вспомнил, что, и даже подсчитал, ровно 25 лет назад я, казанский человек, стоял на берегу Черного моря в городе Судаке и напряженно вглядывался вдаль, потому что какой-то местный по пьяни пошутил, что в хорошую погоду видно Турцию. Ну, 78-й год, сами понимаете. Я был настолько потрясен этой информацией, что вот действительно до рези в глазах вглядывался. Что-то я там, наверное, и увидел, если появилась такая песня. Вот 25 лет. Однажды я и кореш мой, Серега, как водится, нахрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Подходим к морю, ширда гладь долив. Серега взял в трусы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзевший совсем, в секунду метров 8, может и 7. Плывем я кролем, а Серега брасом, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. А гады контры с берега глядять, и нас с Серегой плен забрать хотят. А я кричу: ну не, живым не сдамся. Серега тоже молча не остался, покрыл их в три креста и в две дыры. Они на нас направили стволы, а ветер, сволочь, дул из шохлишей. Серега сразу вспомнил это них сверштей его. Но мы от них ушли по дну с песнями, да разве ж им сравниться гадом с нами. Но тут возник сугубо личный спор, что это, Дарданеллы или Босфор. Серега встал стеною за Босфор, но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный, и день у них, как видно, нынче банный. Все носят полотенце на башке, Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов, я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг, а на трусах ярлык Казань шейторг. Вдруг пилит к нам мадама у паранже, а нам неловко, вроде в них леже. Серега сразу Метхин вроде Шон, но тут ее папаш подошел. Он нам кричал обидные слова, но это мы не поняли сперва. Когда до нас дошло, что смысл суров, Серега дал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволил расти, а я стоял, считал до 9. При счете 3 мужик едва вздохнул, при счете 8 ноги протянул, при счете 9 их пришел Мильтон. И мы с Серегой ломанулись вон. Мы плыли, ветер выл у нас в трусах, за нами катер гнался 2 часа.
Но нас они не взяли на испуг. В здоровом теле весь здоровый дух. Мы дома как приятно, черт возьми, что мы успели серым до семи. Ну, те, кто уже родился в эпоху недоразвитой демократии, те не помнят, да, что раньше до семи продавали, что основу жизни, так сказать. Вот. На чем, собственно, и заквашено вот то самое поколение бардов, да? Вот поэтому не коснуться этой темы, но я буквально двумя, так сказать, такими легкими мазками. Значит, во-первых, это до сих пор горжусь тем, что открыл формулу долгожительства нашего народа, который, так сказать, сейчас уже занял больше половины земного шара, да? Вот, но тем не менее остается нашим народом, и, как показывает практика даже этих трех дней, все нормально с этой формулой. Но все остальные народы не выдерживают, ломаются. Проверка была жесткая на нескольких народах. Там демография резко пошла вниз после этого. Формула очень проста. Завтра лучше, чем вчера. Да кто ж до завтра доживет? Колхоз не пашет третий год, цыгане сперли трактора. И не родит ни стебелька землица без коровика. А мы сидим и водку пьем, как все допьем, так и умрем. А так как все нам не допить, так значит будем долго жить. Все. И, конечно же, даже и наш народ бы не выдержал, если бы не было прекрасного релаксирующего напитка, слов из четырех букв, который здесь, в Турции, очень хорошо тоже идет. С каким же смаком в 7 утра глотают пиво? То, что дымится из-под пробки на ветру, оно вливается вовнутрь. Неторопливо так пьют лишь пиво и лишь только поутру. Глоток другой, и наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад. И унавоженно захарканная местность вдруг превращается в цветущий дивный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник по Дунам. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные времена, где нет с утра тоски похмельного синдрома, а только радость в предвкушении труда. Дорога весело бежит к родному дому, а там жена глухонемая навсегда. Старушка-мать печет оладьи хлопотливо, сынуля режет на баяне краковяк. Девай только. Ах, почему ж так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все не так? Ах, почему же в этой жизни все не так? Вот, ну и собрав, вот Михаил Николаевич Кочетков, он разбрасывает стихи в виде эпиграфов к своим песням. Если отдельно заставить его все это прочитать, получится пол его выступления, знаете ли. Вот, бардовская песня такая. А я просто хочу прочитать такую небольшую поэмку «Симфония нутра». Я вот перечитал кипрскую симфонию, вот решил написать турецкий марш. Да. Но потом подумал, что марш это слишком мало будет, и все-таки сейчас сижу, думаю, ну, турецкой симфонии. Уж симфония так симфония, мать их. Извините, в хорошем смысле этого слова. Ну что ж, друзья, готовьтесь. Я готов поведать вам старинную легенду, которую я в детстве на качелях упал, расшибся и лежал в тифу. В степи, в ночи под Царевокакшайском, и санитарка Нина Берегуда отстреливала пьяных мобилюков, прищурив левый черноокий глаз. Я слушал, я внимал, я был как губка,
которую ныряльщик Сэм Хавимби нашел в обломках брига Венцерема, судачно не доплывшего в Дербент, где ждали, ах, как ждали Сципиона, гуляку Чичизбея и плейбоя, известного в Нагорном Пешаваре как черный ибис Висакхапатнам. Оттуда и пришли гиперборейцы. Познавшие значение слова «гунька» не так, как понимали их собратья с потопленного острова Хансю, они бродили по пескам зыбучим, поющим, как Наташа Королева. Они сходились к озеру Пяянна и слушали симфонию нутра. О, сколько силы было в этих звуках, несущихся свободно и полетно, хамольно и цедурно проникая в подкорку, корку, уши, нос и рот. Я задыхался от богатства красок, таящихся во фресках Эль Сфорцандо, который подарил дороги из Хавьедо пропил жену и чудного осла, а славная была девчушка Нина. Одна в кабине башенного крана с оборванным тросом противовеса она сама Егорку родила. Сама перекусила пуповину зубами из обычной нержавейки и вспомнила, как в тысячебагровом, расцвеченном пожарами году она, братишка Нина Перегуда, лежала вместе под одной шинелкой с зуавами из гаврского Руопа и грезила о чем-то большом. И вот сбылось пророчество Тутмоса. Пирамидальный тополь над Хефреном жрецы из фараонского Амона срубили и пустили на дрова, и бедный еретик Джордано Бруно, обильный пот с куфейкой утирая, кричал, что эта жаркая погода влияет на вращение земли. Земля стонала в области Китая. Цин Шихуанди бился с войском минов, и цинский воин в шлеме круторогом писал на стенах пагоды: «Мин нет». На заимке таежной под Иркутском японский черный пояс Кензошиба от боли воя, словно росомаха, для баньки бил ладонями дрова. А Нина Николаевна Скворцова в девичестве товарищ Перегуда читала вслух о гнусности фрейдизма, осужденным в 10-м ИТУ. Я слушал, я внимал, я был как губка графини де ля Боско де Ардженто, которую кусал в порыве страсти корнет-ингер манландского полка. Губа синела, море волновалось, бараш швыряла волны на Архангельск, где люди, одуревшие от свободы, просили чаек хлеба принести. Голодный сын стоял на волноломе. Держа в руках осиновую палку, он рыбу взять хотел на червячочка, откопанного в вечной мертвоте. И мать его в замужестве Скворцова в одну секунду обернулась рыбой и клюнула. И он ее зажарил, и съел, и выжил, и продолжил род. Вот так и завершается легенда, которую я слышал на качелях, взлетая к небу, падая на землю, как маятник, тик-так, тик-так, тик-так. Так было или не было, неважно. Утрите слезы смеха и печали. Взлетайте к небу, падайте на землю. Живите, и да будет вам тепло. Ну и одновременно продолжая и заканчивая тему пружения в мозгах, такой календарь, не календарь, перекидной, не знаю, закидной, откидной... Знаете, такие календари были раньше, сейчас таких уже нет. Там восход, заход, там отрываешь, да, он худеет, год заканчивается, жизнь продолжается. Ну, такая вот. Первого, первого, первого нынешней эры утром внезапно взошло и нарушился сон. Низкие мысли в высоких слоях атмосферы очень мешали писать про течение времен. Третьего первого снова с утра накатили. В Норд-Плецензее случился случайный цурюк. Жерех почти не клевал, но всего изловили. Антахтамыш монополию вел на урюк.
28 числа, но в 16 веке. Петр без фильтров сухую разбил трек-руну. После текилы совсем одурели ацтеки. Били тарелки, крича, это не Байконур. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 28 числа в позатымешнем годе. Если смотреть чуть правее, то слева от вас вдруг очутилось с утра аномалия в природе. Вроде все тихо, спокойно и на тебе в глаз. В 36-м по приколу поставили к стенке. Радости было на всю, извините, страну. Года за два позбивали ступни и коленки. В 38-м передвинули дальше к окну. 22-го взошло, но уж больно недолго. Слабенько так посветило и сдохло совсем. Справа на снимке немецкие дети в обновках. Слева на снимке немецкие дети во сне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На 35-м году после бурных дебатов снова ввели то, что вывели 100 лет назад. Классик послал на 3 буквы героя в Саратов. Банка чернил из мазюкала чистый квадрат. В ночь на 6-е взошло, но убрать не успели. Жук колорадский убрал все в свои закрома. От огорчения жука колорадского съели. Утром болели мозги, наступила зима. В 2003-м поймали писца летописца. Клялся, божился, что пишет, мол, не на заказ. Били по ребрам недолго, но точно и чисто. Утром добавились в летопись несколько фраз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, средство передвижения самолет, значит, про самолетик. Такие сложные цепочки ассоциаций. Раскрошившимся печеньем он глотается с трудом. Заклинаю, приземлитесь, и тогда у нас прощенным будет каждый день недели. Что у неба украдем, будет каждый день недели. Что у неба украдем, но сейчас не до меня. Я лишь точка среди точек, я песчинка среди песчинок, разметавшихся внизу. Заклинаю, приземлитесь, потому как дело к ночи, ну а ночи очень просто. В небесах попасть в грозу, ну а ночи очень просто. В небесах попасть в грозу, беззаботный самолетик оборвал земные нити, беззаботный самолетик. Thank you.
тетя? Будет Бакин, как же. Тут столько Бакинов, это на одном канате нанизано. А вот песня, которая начинала писаться как шуточная, думаю, дай-ка пошучу. Ну, что из этого вышло? Николаев родился и сразу заплакал, заорал так, что стекла задрожали, звеня. Но в роддом по ошибке дали за год зарплату. Я орал, Николаев, безуспешно 3 дня. А чего же кричал, кулачками махая, и пытался забраться в теплый мамкин живот? Отчего темной ночью кипенного мая Николаев плевался и не брал сиську в рот? На небе тоже дали зарплату, и, естественно, звезды сразу ринулись вниз. И, хлебнувши нектару, писарьки ангелята отписали бедняги ту же самую жизнь. И, отмаявшись скорбно от года до года, инвалид Николаев, отошедший во сне, вылез маленьким сыном все того же народа, в том же самом роддоме, в той же самой стране. Потому что на проспекте Свердлова в коммунальном шалмане на 12 персон батя пил за сынка, а сосед дядя Вова мастерил ползунки из армейских кальсон. Николаев синея хрипел, потому как знал, что будет потом. Через год, через 5, что основой основ будет смертная мука, будет рваться пупок и срастаться опять, и промчаться года. Глазом кошки настенной станет снова просторен отцовский пиджак, и, взглянув за окно, как-то в мае кипенном он опять не поймет, что опять все не так, и в бессонных ночах всеми напрочь забытый, повторяя слова, что не знал никогда, будет тихо молить потолочные плиты, чтоб остаться во сне и уйти без следа. Небеса отдыхают после тяжкой работы, завершает звезда свой последний полет. Ночь темна за окном, но не спится чего-то, где-то плачет малыш 3-ю ночь напролет. Венценосная птица в богоданной короне, венценосная птица в небесах, как на троне. Солнце луч на иглице свой полет вышивает. Венценосная птица перо не роняет. Венценосная птица перо не роняет. А кому-то синица, что согрета в ладони, а кому-то сестрица в старом магнитофоне. Как синицы взлетится, так и песня растает. Венценосная птица пером
не роняет венценосная птица перо, не роняет. Мне однажды приснится в полутемном вагоне венценосная птица в богоданной короне. Неземная царица путь в ночи освещает. Венценосная птица перо не роняет. Венценосная птица перо не роняет. Вторую неделю просыпался в 4 часа утра от собственного кашля. Жена с дочкой и соседи радостно приветствовали это пробуждение. Уже за неделю привыкли. Будильника ставить не надо. И заведенный график, я говорю, там шел, пил воду, выходил на балкон, курил, потом ложился спать. И вот с 13 на 14 в пятницу вышел на балкон, темное небо и одна только звезда. Только одна звезда. Я на нее посмотрел, покурил, зашел в комнату, включил свет и записал слова. Так получилась эта песня практически. Потом, значит, когда я ее спел на одном концерте, мне пришла записка. Там человек писал, что: уважаемый товарищ Сергеев, Меркурий находится очень близко к Солнцу. И совершенно, значит, одурев от его жары, раз, по-моему, 15 или 20 лет, или 30 лет, он от Солнца-то отходит, чтобы погреться. И его видно 2 или 3 дня. И вот именно в той части неба, которую вы так живописно описываете. Дальше записка, значит, продолжается. Галилео Галилей и я очень хотели увидеть это радостное для нас астрономов событие. Но нам не повезло. А вам, и тут я чувствую, автор хотел ставить много эпитетов нелестных. И козел тебе зачем? А вам повезло, кисло заключил автор. Поздравляю, сказал он. Когда я рассказал на одном из других концертов эту записку, значит, пришла записка, что это не мог быть Меркурий. Я говорю, понятно. На третьем концерте мне написали, что вообще-то Венера самая близкая планета к Солнцу. Так что такой диспут, он развивается, продолжается, и я думаю внести свой вклад в астрономию. Мы все-таки узнаем, что же это за планета такая, которая, значит, вот всего 2-3 дня видна. Вот Галилео Галилей не смог. Но, тем не менее, вот такая песенка. А когда затихают, наконец, города, умастившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли от шуршания корней до дрожания цветов, от шептания волны на прибрежной мели до молчания несказанных вовремя слов. Собираются звоны разбитых сердец, боль непонятых мольб, стоны сладостных мук и шипенье металла, который кузнец превращает в булат, отпуская во тьму барабаны дождя, флейты тихой слезы и прощальная ах новогодних шаров, легкий треск пролетевшей куда-то грозы, да протяжные пенья окинов ветров, вздохи царственных рыб, что волнуют пруды, и хлопки парусов кругосветных ладей. Собираются звуки и летят до звезды, что глядит неотрывно на планету людей. В небеса путь далек, наступает рассвет, восходящее солнце сжигает мосты, и уж нет той звезды, да и был только след, угадавший сюда с неземной высоты, и неясно волнуя иные миры, по вселенной блуждает негромкий клубок от весенней коры до осенней листвы, от звучания слов до биения строк. Спасибо. Но есть еще один человек, которому просто обязательно необходимо вручить орден за футбол. Это наш замечательный комментатор,
который доставил массу удовольствия своими комментариями всем зрителям и всем игрокам. Это Леонид Сергеев. Это первый орден Леонида Сергеева. Стоп, Леонид, не уходи. Но поскольку Леонид Сергеев вчера номинирован на участие в финальном концерте, представляете, все-таки добился... Мой товарищ, это мой друг, друг мой. Как у вас так лучше? С песней «Бакин», то он получает сразу же и второй. Итак, он догнал Николая Ивановича Макарова. Два у нас лидера. Макаров Николай Иванович и Леонид Сергеев по количеству орденов. Кочетков Михаил также номинирован и также получает свой первый орден. На самом деле «стар» надо переводить с английского, что означает «звезда». А «пер» надо писать через «э» оборотное, если по русскоязычной транскрипции рассуждать, да? «Пер» — это высший титул, значит, сегодня в соревновании будут участвовать самые достойные, которые методом проб, горячительных напиток и ошибок в их дозировке были избраны вообще лучшими и великими. Итак, сегодня, после бессонной ночи, было выбрано 5 кандидатов, которые на ваших изумленных глазах сейчас поборются вместе с природой, с погодой, с собой, вместе с вами, за первенство во впервые проводящемся Bard Star Pair Show. Поприветствую. Расступитесь, пожалуйста, все. Вот здесь должно быть чистое пространство, просто одухотворенное. Hello. Помогает. Это фоном картонное изображение турков на пляже. Оценивать действия этих шестерых мужей. Это великолепная шестерка, извините выражение, да? Которая собралась из разных концов нашей необъятной бардовской державы. Требуется жюри, беспристрастное, чисто женское, противоположного полу жюри. Во время соревнований работает тотализатор. Желающие могут ставить на любого из участников бирмиллион, получая значный выигрыш от самого же участника. И сегодня появился первый участник нашего слета, который получает третий орден. Это Леонид Сергеев за блестяще проведенное Star Pair Show. Третий орден на груди героя. Я бы так, конечно, не сказал, но тем не менее, шоу прошло, и слава богу, участники живы. Правда, некоторым пришлось делать искусственное дыхание рот в рот, извините, попадая слегка в нос. Но ничего. Вы знаете, я просто готов снять шляпу, которую, если бы надел на голову, я обязательно снял перед этими титанами, просто перед этой великолепной шестеркой. Потому что вот вчера, когда я подошел к Мише Хайру, я говорю: «Миш, примешь участие?» Он говорит: «Ты знаешь, вот я на воротах-то стоял, блестяще стоял, да, с температурой 39. Говорит: «Не знаю, не знаю». Подошел Владимир Юрьевич Муравьев, только что от пиндоха в теннис, все подрастающее поколение. Он говорит: «Старик, не могу, шарики в глазах кровавые». Но, тем не менее, он превозмог, превзошел себя, вышел на старт, метал костыль яростно, там, топился в море. В общем, все было совершенно идеально со стороны участников, да. И просто я, не знаю, эту награду воспринимаю как большое доверие от оставшихся в живых организаторов всего Бард-фестиваля. И я с гордостью, что я был, так сказать, причастен к этому и с превеликим удовольствием объявляю победителя Star Pair Show. Для тех, кто не знает, это не старые пердуны, нет, это стар от английского звезда, а пэр через оборотный — это высший титул, это пэры, так сказать, нашей звездности, нашей старости, я сказал, перестарки такие. В общем, много идей, да, на будущем фестивале, если это приживется и доживутся все до фестиваля. Между женщин можно провести, потому что, конечно, понимаете, такое соревнование, назвав его слегка по-другому уже, да, мы уже думаем над этим. Итак, под неумолчные аплодисменты я вызываю победителя первого в истории человечества Star Pair Show — Михаил Хайер, Германия! Где он? Вручай ему. Орден вручает Леонид Сергеев. Вручай ему сам. Поздравляю, Миша. Тут надо представить Маришу Меломед, да? Значит, как там? Лужа, лажа, жижа, да? От же домосонов Льежа. Пошли уже по городу. Льежа. А в Льеже лежа, извините, да. Да, рядом с лужей.
Льеж был, да? Второй раз с пляжа, да. С пляжа, Пегги, с пляжа. Марина Миловед. Спасибо. Я долго не задержу. Протокол сиамских мудрецов на сегодня. Святая вода вручается Леониду Сергееву. Ты далеко ушел? Чтоб ты был жив, здоров и счастлив. Спасибо. 1979 год. Я, молодой журналист газеты «Вечерняя Казань», неожиданно был вызван к редактору. Когда я пришел, он мне сказал: к нам в город приезжает Юрий Висбор. Ты должен пойти и взять у него интервью, поскольку ты бренчишь на гитаре. Я сразу вспотел, потому что до этого я только слышал песни Висбора, а лично не был с ним знаком. Набрался наглости, позвонил по телефону в гостиницу молодежного центра, договорился о встрече, пришел. Я, наверное, списал блокнота 4 круглым от страха почерком. Передо мной сидел барин, который курил трубку и вешал такую лапшу мне на уши, что это было решение продовольственной программы в 1979 году практически для всей Казани. Я добросовестно выслушал и круглыми отчасти глазами вообще буравил своего знаменитого визави. Потом я ушел, пришел на концерт в этот же молодежный центр. Сидел на концерте и испытывал сложные чувства, что стоит на сцене человек, и моими словами, моими мыслями, моей интонацией вот вообще исторгает то, что вот находится внутри меня, и оно мое. И совершенно ошалев от этой мысли, я печально брел в череде зрителей, выходя из зала после концерта. На сцене стоял Володя Муравьев, увидев меня, он поманил мне пальцем: иди сюда, иди, быстрее, быстрее, быстрее. Я поднялся за кулисы, там стоял Висбор, который посмотрел мне и сказал: чего ж ты сразу не сказал, что ты наш? И это был совершенно другой Висбор. Нормальный, умный, остроумный, обаятельный, легкий, веселый, глубокий человек. Так получилось, что я сейчас хочу спеть две песни. В двух песнях сразу придется мне изображать трех женщин. К чему бы это, не знаю. Он за мною, видно, шел, взял за локоть: слушай, Люся, будет очень хорошо, я живу в отдельном люксе. Я не Люся говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. Не смутился он ничуть, только взглядом гладит платье: я тебе за ночь заплачу, сколько тебе за год платит. Я авосечку сумму из руки переложила, кавалеру своему меж букашек засадила. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что уже осталось на любовь. Полтора годка от силы. Мне до Щелковской метро, а от Щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепианам, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него, не тревожа, постаралась, от получки от его трешка мятая осталась. Гляну в телек, дым и чат, поколение молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает, за окном моим ГАИ громко частников ругает. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то, 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь, 10 лет дитю растила, что уже осталось на любовь. Полтора годка от силы. Убрала я со стола своего пригрела Пашку, а все-таки мало я дала тому году межбукашка. Ну и ставшая уже практически классическим применением для желающих похудеть.
такая диета от Висбора. Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах при вокзале нас просто не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Муж там без меня на стенку влез. Владика и даром мне не надо, дорогая. Я в Мацест сбросить лишний вес. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдите. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут у вас висит. Крошка, при моем-то аппетите я еле помещаюсь в такси. Надо съездить в город Мелитополь. Бабка варит там супец один. Выпьешь, станешь стройная, как тополь. Как артист Никулин Валентин. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. А вот эти, извиняюсь, йоги. Крошка, это сумасшедший дом. Я однажды завязала ноги в позу лотоса, так еле развязала их потом. Говорят, масластым нет проходу. Толстый сейчас не очень, говорят. Крошка, это западная мода. Наш он что имеет, то и рад. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Что я говорю, не ешьте на ночь. После 18 антракт. Ну а если гости к нам нагрянут? А вот гости пусть рубают, что хотят. Где же он официант, будь он не ладен? Да вон он, приближается злодей. Мне 4 порции оладий со сметаной. А мне картошки, пиво и сельдей. Излишний вес, он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез, излишний вес. Я вот всегда говорил, что у замечательных детей должны рождаться замечательные родители, да? Согласитесь с этим. А вот сейчас я приглашаю на сцену дуэт. Давний дуэт уже, да? Ирина и Леонид Сергеевы. Причем это же переводилось все на голое тело. Когда волосы начали шкварчать, уже тогда оторвали задник. Значит, поскольку мы все знаем, что природа отдыхает на детях, то я выступаю с внучкой сразу. Давайте рожать внучек и внуков сразу. Значит, история написания песни. Написал я песню для своей доченьки и чрезвычайно трепетный так спел ей. Я говорю, вот для тебя песня. Она говорит, ну, пап, круто. А насыщение-то не произошло еще авторского. Я когда в сотый раз ей спел эту песню, она сказала, ну и чё? Я говорю, ничего, подрастешь, поймешь, может быть. Вот сама попала на эту песню сейчас. В теньке вылезать наружу не спеши.
дыши. Подожди, пока откроют дверь кинозал последнего кино. Не увидишь, только ты поверь, сон, который виделся давно. Небольшой, односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет. И знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память, это снится или нет? В сонном том кино всегда весна, все вокруг смеются просто так, просто в этом сне им не до сна, не заснуть весною им никак. И еще все летать и клянуться помнить и любить, но никто не будет вспоминать, но никто не сможет позабыть. Небольшой, односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память. Это снится или нет? Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. 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 И ее рука в твоей руке, и уж больше некуда спешить. Небольшой, односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек, и растерянная память, это снится или нет? Зеленая
небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Еще раз. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было. Леонид Сергеев с песней «Бакин». Они договорились. О, счастливый номер 7 у Леонида Сергеева. Уже невдалеке Бакин, зажигай огонь, баржа просит. Ты заснешь в своих волнах, буду я плутать во тьмах, да не дай бог на топляк ветер бросит. Ты заснешь в своих волнах, буду я плутать во тьмах, да не дай бог на топляк ветер бросит. Как часы усмехается в усы и расчесывают их гребнем волны, как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной, как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной. Огонь горит, на барже матрос стоит, я машу ему рукой, словно в детство. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться. Я говорил, что будет рекламная пауза, и вот она есть. Дело в том, что уже вручение орденов закончилось, осталось мне вручить один. И без того Леонид Сергеев уже трижды орденоносец. Он уже скоро... Вот. Но я знаю, что уже Леонид Сергеев начал работу над турецкой симфонией. Вернее, это будет турецкий марш. Я правильно говорю? Так, вот донесла разведка. И авансом я уже вручаю ему орден, чтобы уже работа была закончена как можно быстрее. И с большим отрывом Леонид Сергеев, получивший 4 ордена, становится первым участником 4-го фестиваля. Ему гарантирована оплата проживания и перелета. Thank you.
Добрый вечер. Очень рад вас не видеть здесь. А скорее чувствовать и угадывать. Удивительное дело. Головой с балкона вниз, чтоб душа трезвым делом ноги не рухали, чтоб торжественно и смело закружилась листва. А кому какое дело, куда брызги полетали? Рак! А по ребрам молотком. Ха! А вокруг все сразу ох, ах. Ну а я все говорю. Потому как в голове, но я груш давно, потому и в голове. А у нас там с огнем пойдем, как без свечи, согревается стужу, а сопнем в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки, и все меньше и меньше нормальных людей. Подтяжки вздох, хлопок в стакан, сам себе бог, сам себе пан, но душу забрез, сам темный лес, в лесу дубло, в духа летит вло. Mm-hmm.
а голова. Маленькая. Водкой с утра пахнуем, пивом сейчас ахнуем. Дальше речь. Мама, как ты права. Ранневесенняя казанка. Еще такие, знаете ли, торосные длинные заторы. Но уже кое-где проглядывают кустики частной травы. Мы трое. Пластиковый стаканчик, сырок, дружба. И голос одного из нас. Ребята, вы еще молодые, не смотрите, как я пью. Запало в душу. С какой же ненавистью водку пьют на солнце? Шахтеры, барды, воспитатели яслей. И то, что якобы она выводит стронций, ее не делает прохладнее и вкуснее. Напиток порчится и бросится наружу. А изнутри притихшая душа и кислый привкус алюминиевых кружек живет во всем своей стойкостью страша. Итак, в зените смертоносное светило, те, кто решились, тихо просят, не смотри, глоток другой. И разрывающая сила бьет прямо в колчик, извините, изнутри, потом удар такой же силы прямо в теле, как старт-ракеты типа «Стингер» воплоти. И не дожившие означенное время тихонько молят: «Ох ты, Господи, прости!» Дрожат ресницы, уши, руки и колени, мозги мягчают, словно пена для бритья. Но удивительно, что гадость ощущений уравновешивает гадость бытия. И все равно, что происходит с селезенкой, и все равно, кто в Белом доме, кто в Кремле, и рельсы бьют по голове легко и звонко, и не осталось крыс на нашем корабле, и понедельник начинается в субботу, и каждый день вперед с утра на бой, на труд. На солнце водку пить — тяжелая работа. Вот только жаль, за это денег не дают. Это трактат о длинном караване, который идет по тракту, по желудочно-кишечному тракту. Медики и добровольцы меня поймут. По длинному тракту идет караван, ведет его рюмочка водки. За ней чуть поотдаль усталый банан и маленький ломтик селёдки. За корочкой хлеба помята слегка, редисочка полусырая, за ней чуть надкусанный зуб чеснока и рюмочка водки вторая. И сразу уже третья, глоток на глоток. Один человек, патологоанатом, но в душе министр здравоохранения России Дмитрий, сказал, что это достоверно вычисленный научный факт, чтобы сразу три, а потом длинный перерыв в 7 минут. Да, и фраза такая, что ничто так не старит мужчину, как ожидание третьей рюмки. Женщины, вам на заметку. Поэтому и сразу же третья, глоток на глоток, и все, позабыв о ранжире, идет, попивая желудочный сок. Картофель в парадном мундире, яйцо с майонезом, 2 шпротных хвоста, салат оливье, 8 ложек, и снова она непорочно чиста, журчит между... Знаете, раньше пил бушевых ножек, а сейчас знак протеста вообще против этого козла. Ничего не спалил. Просто журчит себе и журчит. Секунда вторая и снова легка. По тракту гуляет рюмашка. Над ней кучевые
паря на облаках. Последней глубокой затяжки, под ними затмившие Волгу и Рейн, величием и щедростью юга, неспешным верблюдом ступает портвейн, с горбами залитыми туго. Между ними покоятся два голубца, опять же чеснок с пепси-колой, пол спички межзубной с остатком мясца, опять ручного сосова. Все дальше по тракту идет караван. Извилистый путь многотруден, рукавный занюх средь кишечных саван. Столкнул на обочину стюдень, но бодро урчит караванный народ. Хоть небо пока и дождливо, виднеется город торговый живот, где будет раздел справедливый. Ведь кто-то, подсунув лежалый товар, фекальей уйдет аккуратной, а кто-то, не выдержав внутренних свар, по тракту вернется Но тот, кто остался в нирване брюшной и принял крещение пивом, запомнит навек, как из пены пивной рождается новое диво. И снова готов для гостей достарка. И внутренний голос из глотки кричит: «Эгегей, к вам идет караван! Ведет его рюмочка водки!» Вот однажды два человека, которым почему-то нравится мне песня, они хорошие люди, мы не думали, настолько хорошие люди, они пришли на концерт и подарили мне двух тараканов мадагаскарских. Вот такищих. Это, конечно, показывает ширину, нет, это длину. Вот такие здоровые два, значит. Ну, естественно, Геннадий и Сергей звали так героев песни. Вот, а я тараканов обожаю. У меня новые звезды. Тараканофил. Я считаю, что это древние нефтовые насекомые. Его есть за что уважать. Во-первых, признак мужской красоты, да? Длинусы. Твердый покров хитиновый, который позволяет удерживать удары судьбы и некоторых видов тактов. Ну, тараканы подаются для чего? Испытал сам. И потом таракан, ведь он не живет там, где нет человека. Просто первый был человек, это таракан на самом деле. И беседуем два рокла, один рокан, что дается Геннадий, другого по ушикам молоткою гладь. Ну черт, Серега, не же причины, ну черт, причнешься, уйди, дурачина. Так было всегда, и так будет поведение, пока существуют различные звери. Проляли ру-ду-ду. Другой дракон, что зовется Серега, давно уж не верит ни в черта, ни в бога. Он бьет и хлопок, и на полку стакан, и это бодрит русака велика. Не надо, я все понимаю, я, может, полыну пули принимаю, мне, может, обидно за нашу фамилию, за этот кусочек огромного мира. Ведь сколько живем полно паразитов, они постоянно другие транзитом, и те, и другие воруют, да нахер. Сердечно, а это заказ, разносить корабль,
У прилива мне яркий, я прошу сразу. Что же мне известно, почерка готова, и все норовит шуршанок прямо в луга. Серега ругался и лапами прыгал, кричал, что покажем всем этим задрыгам, что с ними по всей долгоносе соскальзывает, и враг отогрет по луку петли пальмы. Горелый взял, как дубину, Серега направился к норам плотины. Но то неизвестно, чьего сочинения впечатал обоим оборником щелье. Он был хороший таракан. Он был хороший таракан. Он был хороший таракан. Ну, свадьба. Поскольку свадьба, значит, 4 плюс 1, 4 в 1. Давайте выберем одну из них, чтобы не больше другого. Четвертую, правильно. Первый, золотой второй. Первый. Вот уже не надо здесь делать. Не надо. Это решено, все уже. Вот напророчили четвертую. Как мы сразу? Четвертая свадьба, это, между прочим, самая серьезная театрализация, так сказать, театрализованная. Серьезно, потому что там множество персонажей, и там есть борьба, понимаете, там есть слом такой, то есть только внутренний, так и внешний. Свадьба, значит, да, герои достигли определенного социального статуса. Николай стал новым русским, а Танюшка ходила на Тверскую, но вернулась словно снизу. И мы наблюдаем, как бы через глазок видеокамеры, за милыми улыбчивыми лицами гостей, сидящих за шикарно накрытым праздничным столом. С вами идет 9 час. Выйти никто не может. По одной простой причине. Не потому, что не хочет. Юрики, стоящие на входе, стволами автоматов, удерживают людей от этих неотумных посылок. И натыкаются на лицо свекра. Чуваком юбилея, 500 исполнений этой свадьбы. Свекр. Ну, я передаю только какие-то сотые доли ощущений, которые испытывает этот человек. Тамада, вы будете смеяться, господа, но нас пришла приветствовать звезда.
ты налил прямо в глаз, как рыбу на балан. Помощь культурные братки, на самом деле. Друзья, сегодня праздник итальянцы. И радость просто прыжется с меня. Что было раньше в жизни у Пупана, ночные страхи полные огня, статьи разоблачительные в прессе, дешевых виски, да, и аромат. Но Ганс сказал, что да, свои вести. Ночная бабочка, ну кто-то виноват. Ночная бабочка, ну кто-то виноват. Гости. Таня, Таня, Таня. Таня, Таня, Таня. Таня, Таня, отзвали пораньше. Таня, Таня. Вы будете смеяться в ресторане, но нас опять приветствует звезда. Разрешу вам, звезда. Подружки мои, не ревнуйте. Да вот у меня что, у меня что, у меня что. Наверное, надо шепчить туда. Ну что, друзья, позвольте огласить подарки, поднесенные подругами. И, кстати, продолжают подносить. Новый синий 600-й корпус, правда, отдает. Два киоса с пирожками, а таинственные рожками, щетки, крепи, санаторы, банки прямо на канары. Сами собственные канары, банки, собственные канары. Два мандата депутата, это единичная палата, центр шейная полтура, новый баба просто круто. Три марбыши и опарыш. Это свел, как сыгр палыш. Я человек, понимаю, что команды стреляют в потолок. Я тут задаю подсколку. Что я? От группы генеров, кайлюнят, будь здоров. Живи пока, и нос тебе шинь навод. А если будет стук, кайлюнят, ты наш дорог. И шлепнем мы тебя без всяких бабок. Свидетельцы невесты. Но ты, Таня, счастливая такая. Я дам себе Таню замитую. Невеста, да ты сдурела, мама дорогая. Четвертый раз Сергей его убью. А когда девушка в гости? А Борька Борька, а Сена Борька, а Борька Борька, а Сена. Ну а и вам всем тоже я Борька, а как же Борька, а Сена вам нам. Так, я вам нравится, что я не разговор. И стадя, и ложки можно блюдать. Если что, я детям могу. Вот и здесь, пожалуй, отсюда. Мать, очень могу! Кто не поет, тот же поливает сразу, стареет на глазах, и хоть его. Вот Евгений Александров выгреется. Тут передвижу психиатрический пункт разрушен. Повалье, не позволяй. Оплывающие свечной, так положена труба, над нею ты. Только дым слегка не движет, а над ним зеленое небо, красное облако, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красное облако, на песочке, не на сладком скалечке. Целовались мы украдкой скалечкой. И зажмурилась робкая луна. И тихонько освещала нам. На листе
а больше раски не было лучше тогда. Зеленое небо, красные облака, а больше раски не было. Здоровья вам, счастья, удачи! И будем встречаться. Спасибо.